вот одна двух зарядов друг друга слева и справа оставляю. А то слишком близко, это да? Сильно близко друг к другу нельзя. Видишь, вот с этой стороны то же самое, слева и справа. Хотя тут была ветка, и не обрезали. Угу. Потом же видно, вот, вот она, ошибка видна. Вот, вот ошибки рабочие. Если первоначально вы вот видишь, была ветку лишнюю, то убрали, оставили с той стороны. Она как раз правильно вот эту корону бы давала. Угу. Вот она. Первоначально надо было убрать вот ту. Потом оказаться некомпетентно. Вот видишь, то же самое, ветка с этой. Вот она, тут ветка была. Вот эту надо было оставлять сюда. Угу. Потому что она с годами потом становится толстой, и потом сверху начинает высыхать, и дерево умирает. Ей не хватает, они душат друг друга. Вот она, правильно. Вот, идеально сформированная. Вот, слева и справа. И с двух сторон. Посмотрите результат до конца. И равномерно развивается дерево. Давайте посмотрим, вот это правильное, да? И вот это вот, когда начинает вокруг ствола душить основной проводник, основной ствол и, соответственно, и сама ветка. Видите, она даже короче, чем остальные. И все-таки все равно не хватает сил для того, чтобы вытягивать. Ха-ха.